акриловые краски Decolor – это краски с металлическими пигментами. Они могут применяться как в сочетании с любыми другими акриловыми красками, так и сами по себе для имитации благородных металлов или металлических покрытий. Краски Decolor делятся на две линейки – Decolor художественный и Decolor декоративный. Decolor художественный более густой и приближен по консистенции к масляным краскам. Decolor декоративный – это краска, которая растекается по поверхности, не перекрывая рельеф. Ее хорошо использовать на рельефных подложках как имитацию благородных металлов, например, на багете, гипсе или любых других поверхностях. Акриловые декоративные краски Decolor отличают хорошая сцепляемость практически со всеми свободными от жира и пыли подложками. Краски сохнут в течение 1 часа и смешиваются между собой в любых соотношениях. Акриловая краска Decolor обладает высокими защитными свойствами и прекрасно подходит для дизайнерских, оформительских, реставрационных и декоративно-прикладных работ. Краска Decolor широко используется для отделки деталей интерьеров и фасадных элементов. Высококачественные краски Decolor подходят как для любительской, так и для профессиональной работы.